поможем. Идут и идут, идут и идут, да? Вроде думаешь, уже все. Нет, опять они. С тетками, с птичками, с чемоданами. Сколько их, а? Как погром, так никого. Уйдите из режимной зоны, гражданин. Страна большая, вот что я вам скажу. Каждого в мирное время не разглядишь. В Москве Иванов, в Херсоне Сидоренко, а заглянешь душу все шнерсоны. Сумочку открывайте. Лекарства нельзя. Я вижу, что это анальгин, гражданка выезжающая. Я говорю, нельзя, потому что анальгин нужен тем, кто остается жить на родине. Вы плохо переносите самолет, а чего летите? Ах, вы эту страну еще хуже переносите. Не будем привлекаться, гражданка, пока я не снял вас с рейса вместе с аптечкой. А у вас что, гражданин, альбом? Ну почему нельзя? Можно, конечно, только фотографии в Индии. Откуда я знаю, что это за пруд с гусем? Может, это засекреченный пруд с засекреченным гусем? Мало ли что родина, мало ли кто где родился. Я в Генштабе родился на карте мира. Вот я вам штампик не поставлю, и будете смотреть на свой пруд с гусем, пока не ослепнете. И маму анфас нельзя, в профиль тем более. И кто подтвердит, что это ваша мама? Может, это директор швейной фабрики, которая самолеты выпускает? И кто вам сказал, что вы похожи? Ничего общего, папу нельзя тоже. Может, он у вас ящик. А что значит живой? Это он не выезжал, вот он у нас и живой. А у вас что за листочек, товарищ, на память о сынишке? Палка-палка огуречь. Надо было ставить печать у оценщика. И на палках отдельно на огуречке. А сейчас мы с вами пройдем и оформим контрабанду живописи. Вот такой у нас с вами огуречек получается, гражданин выезжающий. И не надо погроветь, надо внимательно читать декларацию. Какую вы читали? Прав человека? Это вы на зоне будете читать начальнику конвоя после работы. А на вашу историческую родину пойдут вот эти все, которые лезут в режимную зону. Хотя им русским языком сказано, здесь граница. Эй, у барьера, русский язык еще понимаете? У вас, гражданин, две вещи. Как это все? Авоська с визой и ботинки фабрики Скороход. Хотите ноги скрепнести? Как фамилия? Как? Коган Гацинолин Путин? Через черточку? Как вы жили тут с такой фамилией? Проходите скорее. Вы чемодан открываете, гражданин, вещи вынимаете, плед отдавайте сразу, это импорт. Крестик снимайте, это народное достояние. Зачем вам там крест? А, откуда столько барахла, а? Наши наживают грыжу с геморроем, а вам, дай волю, всю Россию увезете. Не дадим. Что можно, пожалуйста, подушку с матрасом и матрешку на память о перестройке. Все. А канарейку будем просвечивать. Я, гражданин выезжающий, я вообще никогда не шучу. Будем просвечивать канарейку и резать ее вдоль. То, что в ней может быть контрабанда. Камешки, металлы драгоценные, иконы. Я вижу, это канарейка, а не кашалот. А вот вы что за птица? Мы сейчас посмотрим. Нам торопиться некуда, мы тут по гроб жизни. А то все они туда, а ты стой тут по уши в правовом государстве. И сюсюкайся с ними. Да, конечно, не уедут тогда. Ну ведь плакали будут. Взлетно-посадочную полосу целовать. Я, может, для того и стою тут, посланец страны советов, чтобы они уехали счастливыми от того, что уехали. Чтобы до конца дней своих вздрагивали на своей исторической родине, вспоминая настоящую.